Современные инфоматы, электронная очередь, три окна приема клиентов. Реконструкция нового фронт-офиса районной эксплуатационной службы филиала «Запад» Мособлгаза завершилась месяц назад. Теперь здесь есть все для комфортного обслуживания жителей. И с чем в основном люди приходят? В основном вопросы по газификации, в том числе социальная газификация. Как подать заявку, какие этапы в рамках газификации. Ну и также вопросы по оплате за газ. Глава Одинцовского округа осмотрел новый фронт-офис и провел совещание по соцгазификации. Как отметил Андрей Иванов, реконструкция Звенигородской РЭС поможет в реализации сразу двух важных программ. Президентской – социальная газификация и губернаторской – развитие газификации в Московской области до 2030 года. Во всех практически наших районных эксплуатационных службах предусмотрено размещение фронт-офиса, который мы с вами посетили. В данном месте работает три рабочих окна. Наши сотрудники консультируют посетителей по всем вопросам, которые связаны с газификацией, которые связаны с эксплуатацией газового оборудования. Все, что может заинтересовать или требуется человеку для решения его вопросов с отоплением, горячим водоснабжением, который обеспечивается за счет подачи газа. В офисе можно не только заключить договор, но и выбрать надежное и недорогое газовое оборудование отечественного производства. За последние два года в Одинцовском округе президентская программа коснулась 169 населенных пунктов. Газовщики проложили 212 километров газопроводов, заключили более 5500 договоров и провели почти 1700 пусков газа. По поручению президента с 30 ноября прошлого года программа социальной газификации является бессрочной. Роман Попов, телекомпания «Одинцова».